Погоди, а что это так закачало? Чш, помолчи, не хочу пропустить начало. Лови мелодию так, как я ловлю, так, как я люблю, так, как будто... Привет всем! Друзья, всем привет! Привет! А вот смотри, с кем это мы здороваемся, с камерой, да? Здороваемся, да? С камерой опять родители говорят. Короче, друзья, мы очень сильно скучали по вам всем. Сегодня наконец-то там выводится влог, скоро вы его да, выйдете. У нас просто реально не было времени ничего сделать, ничего смонтировать. У нас давно это уже все уже... Мы сняли влог на даче, когда были, а уже прошло несколько дней. И уже многие пишут, спрашивают, где вы, куда пропали. А мы как бы были на даче, и потом просто работа, дела домашние. Готовка к последнему, это к выпускному, у Моники экзамены, и все, короче. Просто все. Некому сесть, монтировать. Нужно нанимать уже людей, кто будет вообще ходить рядом с камерой, нас снимать, а другой человек будет монтировать, да? Какое сегодня число, кстати? Сегодня, кстати, 4. 4 июня, на улице жара, 30 градусов, наконец-то это вернулось долгожданное лето, и мы идем в магазин. Опять? Потому что нам нечего носить, мы не подготовились к лету, нужны сандали девочкам, нужна обувь, а потом опять готовить кушанье, и Поля нас тут ждет. Пока мы тут на рынке находимся. Вышли. Класс, дайте, видите? 0,5. Зачем нам 0,5? Будьте, что ли? Класс. В бочечках, как раньше. Вкусный аромат такой, как в детстве. В общем, друзья, купила себе сандали. Я хотела, чтобы подошва не была высокая, дабы за рулем было удобно, понимаете, да? Хотела, чтобы были резинки, как сейчас модно, актуально, как было модно и в наше детство. Никаких застежек, никаких ремешков. В общем, самые дешманские, самые это, чтобы просто потопать летом и выкинуть. Вот нашли. Друзья, мы уже дома, сейчас быстренько покажу продукты, что мы купили. Мы купили помидорчики, взяли бананчики. С бананчиками мы хотим делать коктейль с мороженым. Так, также мы взяли 12 яиц Латвия Свисту Волос, пачку молока. Завтра утром мы будем делать блинчики. Взяли муку, нашу вкусную колбасу мы взяли, две пачки майонез, подсолнечное масло взяли, две пачки взяли кефира, так как на улице жарко, мы очень такую погоду любим делать холодный суп. Так, это я не буду говорить, что... Так, взяли вот такой вот силанетекс, смягчитель для белья. Так же самое мы взяли домол для черного, для цветного белья черного. Взяли две пачки, два батона. Кстати, Зелтона очень вкусный хлебушек, он с маслицем. И опять же, взяли вторую пачку яиц. Так же самое мы взяли сметанку на развес, взяли паприку. Рис мы взяли вот такой вот валду, мы сейчас будем делать, кстати, крабовый салат. Также мы на салат взяли вот такие вот крабовые палочки вещи. Сыр взяли российский. Это укроп, который можно было вырастить на даче. Так, к этому взяли глобус голд кукуруза. И опять же третью пачку майонеза. Я так понял, что этот майонез будет на крабовый салат. И взяли вот кок. Это бета свеклу. Опять паприку взяли. Взяли мешок огурцов. Так, что у нас здесь еще? Такой вот дзинтерский плавленый сыр взяли. Так, творог взяли мне и Максу. И лучок. Вот. И сейчас я скажу, за это все мы заплатили 33 евро. Так, наш крабовый салат почти готов. И я тут не знаю, чем вас удивить. Это яйца, крабовые палочки, огурчик, паприка, кукуруза. И добавлю сейчас рис, посмотрю, сколько у нас стынет. И майонез, и все. Как бы все, наверное, делают точно так же. Я не очень люблю крабовый салат, если честно. Ну, так, на один раз, знаете, можно покушать. Из-за крабовых палочек. Я их не сильно люблю. Тут, кстати, влог смотрю наш, который сейчас будем открывать. Надо сначала пересмотреть, все ли там хорошо. А то бывает, включишь, смотришь, а там косяк какой-нибудь. И приходится переделывать. Ну что, наш салатик готов. Всем, кто сейчас кушает, тоже приятно. Друзья, мы приехали на наше Балтийское море, да, и я хочу рассказать. Сегодня получилась такая у меня лично неблагоприятная такая ситуация.
мне очень сильно испортили настроение. Короче, дело было так. Я с хорошим настроением собрался, поехал в зал, все, приехал в зал, занимаюсь, все, начал делать первое упражнение. Подходят ко мне люди, говорят: «Кирилл, выйди, пожалуйста, на улицу». Я такой: «Что, что такое?» Мне говорят: «Ну, выйди, пожалуйста». Я встал, из тренажера вылез, выхожу на улицу и смотрю, что в мою машину ехала другая машина. И поцарапала мне две двери. Короче, камера не передает. Ну вот, мне здесь сделали такую вмятину. Здесь вы тоже сделали вот вмятину, вот видно. Вот. Вот, короче, поцарапали эту дверь, поцарапали эту дверь. И по идее надо перекрашивать полностью две двери. Ну, в этот же час все, мы уже с человеком договорились, виновный человек, что был на месте, он никуда не убежал, не уехал, так что завтра, по идее, я должен машинку отдавать в сервис, мне ее должны уже красить будут. Слушай, они такие удобные, вот эти, то, что мы купили. Сандалики эти, да, тебе они очень подходят. Очень красиво смотрятся на ноге, кстати. Да, Поля, и у тебя тоже очень красивые сандалики. Просто с этими резинками, это удобно, обалденно. Максим, опять песочек? Что за лицо такое? Песочек! Можно, надо было взять лопатку. Завтра поедем на пляж, надо взять игрушки. Я хочу копать ямочку. Ямочку? Подойди ближе к Максимке, вместе с ним играй. Как один уплавал? Ой, мама обожает лето, когда все в песке. Какие все руки, ноги, одежда. Да, завтра мы идем на центральный пляж, так что будьте, пожалуйста, готовы. Когда все это тащится домой, когда детей надо мыть по 100 раз на дню, я обожаю это. Где там наша валерьянка? Вода холодная. Вот. Холодная, а ты собираешься купаться? Ну, первый раз в это лето. Ты, кстати, не готов, ты же зимой не купался. Посмотрим, посмотрим. Только с разбегу давай, не думая. Что? Бедный. Нет. Полиночка, только ножки, ну реально холодная. Максим, тебе лучше этого не видеть. Жесть, я представляю, как зубы сводят. Хотя человеку, который купался при минус 9 с ветром, я думаю, ему все равно. Я помню, как он зимой купался и шапку надевал, чтобы уши не замерзли. Чего ты ржешь, там не слышно? Вам нашего заката немножко. Максим, скажи, какие игрушки? Просто песок уже и счастье. Море так шумит. Класс. Ну как? Ну рассказывай. Ваши ощущения. Короче, вода теплая. Не сравнить, как она зимой. А вот сейчас теплая вода. Честно? Хорошая, да. Для тебя она была бы холодная, а для меня нормальная. Да, а когда примерно она будет такая, как я люблю? Ну ты же знаешь, это все зависит от течения, от ветра, все. Давай ты теперь будешь каждый день купаться, чтобы точно знать, давай, какая вода. Потому что у нас может быть так, что на улице плюс 20 и вода плюс 20. А бывает на улице, да, плюс 30, а вода плюс 15. Вот как плюс сейчас, 10. Например, да. Кстати, вот на этом пляжике, получается, от мола и как это называется? Справа, да? Я еще пойду искупаюсь. Честно? Да. Поставили мусорнички. Видите, такие черненькие точечки? По всему периметру такие мусорнички поставили. И вот что-то открылось вот здесь. Голубой вагончик. Не могу понять, что. Надо, наверное, поближе подойти. Максим! Ура! Ура! Сколько счастья! Вон дельфин наш. Телефон? Да. Да, телефон звонит. А я буду ждать, когда вода будет парное молоко. И тогда, может быть, попалась. Я помню, в том году, кто помнит, кто нас смотрит давно, я купалась с животом, с огромным. Каждый день просто вода была теплая. Я плавала, а на следующий день родила. Вот. Как сейчас помню, я наплавалась, накупалась, и ночью все началось. А мы уже показывали кафешки. Да, можно там кушать. Полиночка заказала себе картошку фри. Хотя дома поела. Сейчас карточка, да. Все, да, по-другому. А попить сразу? Пить будешь? Сок будешь?
Ты правда проголодалась? Полин. Вкусно? Очень? Фу, друзья, обожались эту картошку фри. Поминка, как всегда, закажет себе порцию картошку фри, палочку скушает, а маме с папой доедать. Да, Полин? Короче, Миленка со мной с подружками гуляла, и она взяла Настину повязку, которая ей очень дорога, которая повязки лет 10 уже, да, Настя? Так, Поля, давай я ищу, окей? Настя, Настя, подожди. Отойди, пожалуйста, от края. Не заставляй меня нервничать. На, держи камеру и снимай, как я ищу ее. Ой, что? Полиночка. Она могла вот упасть. Могла, но она не смогла, потому что она упала сюда. В общем, Милена нам не сказала. Она сказала, где-то в камне упала, повязка, далеко, коричневая с черным. Вот, но даже если она туда упала, ну как ты ее будешь доставать? Пожарных позовем. Вызовем спасателей. Конечно, ерунда, но мы все равно здесь рядом находимся. И вот и ищем. Ну, всеми силами мы эту искали повязку, но не нашли. А я так на тебя надеялась. Ты мне дал такую надежду. Да? Ага. Ну, извини, конечно. Пойдем, Милене, втык дадим. В камни я поднимать не собираюсь из-за какой-то повязки. Может, если бы ей было лет 20, то другое дело. Ну, она такая модная нынче была. Ты чего? Вечерок, и мы приехали в магазин, потому что девчонки мои захотели сегодня, чтобы я им сделал коктейли с мороженым. Где самолет? А, вон там самолет, да, Полька, поснимал. Полетать на самолет. Полетай на самолете, еще успеем, дочь. Ищи мороженое. Вот здесь. Я тебе подскажу. Что было? Моника, не перебивай волосы. Моника хотела сакрить, прищемила мне один палец. Тебе палец прищемил? Да, ничего страшного, да? Так, ну что, давай берем это. Будем это брать на эти коктейльки. Тебе не холодно три мороженка нести? Нет? Ну пошли, пошли, куда ты идешь? Ну что, друзья, а сейчас мы перед сном делаем коктейльки. И наливаем молочка, грамм так 300. Опа, молочко мы налили. Так, кидаем туда бананчик. И кидаем туда мороженое. Дружненько берем это все, закрываем. Включаем. И пускай оно здесь готовится. У нас такой один стаканчик есть, такой красивый. Я его сейчас отнесу Настеньке, она уже укладывает Максимку. Не знаю, оценит она, не оценит. Закрутили. Туда вот, туда лепесточек. И, пожалуйста, коктейль готов. Ту-дум, ту-дум. Красота, липота. Кстати, Настенька, этот коктейль, эту баночку, она оценила, она даже смеялась. Так что я сейчас буду делать коктейль дальше всем девочкам, потом сделаю себе и будем уже ложиться спать. Так что, друзья, спасибо, что вы у нас есть. А сегодня мы говорим вам ата-ата. Я хочу, чтобы ты сказала кое-что, что я тебе сказал сказать. Нет. Не скажу. Если ты не хочешь говорить, то скажу это я. Хочешь?